Не успела страна отпраздновать День всех влюбленных, как снова День любви. На этот раз к творчеству Ивана Андреевича Крылова. В этом году в нашей стране проходит первая всесоюзная акция «День влюбленных в Крылова». Ну, конечно, мы как библиотекари не могли пройти мимо этого мероприятия. И в годовщину 250-летия со дня рождения нашего знаменитого баснописца мы пригласили в нашу библиотеку учащихся Видновской гимназии, учителей и, конечно, нашего любимого баснописца, жителя города Видное, Евгения Сергеевича Зорина. Евгений Сергеевич хоть и моложе Крылова на 200 лет, но мотивы его басен те же – обличение пороков общества. Герои, как водятся, животные. Однако в персонажах легко угадывается поведение некоторых людей. Кошка убежала, потому бедная мышка упала в чан с вином, напилась. И когда вылезла, хотела набить ей морду, она убежала. Все творчество местного баснописца делится на два цикла для взрослых и басни для детей. Поскольку аудитория слушателей была преимущественно детская, басни Евгений Зорин читал именно для них. Ягненок снова встретился со стадом и материнской лаской сладкой, а волк стал теплой зимней шапкой. Ребята, в свою очередь, тоже отвечали ему баснями, но уже не собственного сочинения, а принадлежащих перу Ивана Крылова. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывай так право сказки! Еще в рамках мероприятия прошла викторина, читали стихи, даже показывали театральные сценки. Михаил Решетов, Константин Брылов, Видное ТВ.